Друзья, как скинуть 3-4 килограмма за неделю? Это реально. Вот вам рецепт жиросжигающего напитка номер один. Он подходит, если у вас нет проблем с желудочно-кишечным трактом. Берем пол чайной ложки пищевой соды, высыпаем 1 чайную ложку свежевыжатого лимона. Начинается реакция. Хорошо перемешиваем и заливаем 200 мл теплой воды. Пищевая сода нормализует кислотно-щелочной баланс и отлично чистит организм от токсинов. Свежевыжатый лимонный сок обогащает организм витамином С и также выводит шлаки из организма и очищает его. Пьем этот напиток 2 раза в день, утром и вечером, после еды, маленькими глоточками, и результат не заставит себя ждать. Спасибо за внимание, всем удачи и не забудьте поделиться этим видео. Друзья, подписывайтесь на мой полезный канал на YouTube для всей семьи. Каждый найдет для себя что-то интересное. Благодарю.